Мы находимся на базе автомобиля БелАЗ, на котором будет смонтирована передвижная азотная станция, которая уникальна по своим параметрам. Продукцией ее является азот под давлением, который используется в дальнейшем на различных операциях. Эта станция поедет в Сибирь к заказчику, и там она будет использоваться как на колтюбинговых операциях при ремонте скважин, также будет использоваться при повышении нефтеотдачи пластов. Это один из самых современных на сегодня методов, чтобы добывать нефть из-под земли, нужно туда закачивать что-то. Раньше закачивали воду. А теперь закачивают азот. Этот метод оказался самым эффективным. Что делает станция? Выделяет азот из воздуха и отправляет его под землю. На создание такой машины у завода уходит 4-5 месяцев. Над ней трудятся от 10 до 15 человек. Пока оборудование собирают, представители заказчика проходят специальное обучение. У компании есть лицензия на учебную деятельность. Они приезжают к нам, проходят это обучение, сдают экзамен. Приходит наша техника к заказчику, она встает, начинает работать, то есть специально обученные люди, которые грамотно могут ее эксплуатировать. В конце 40-х годов прошлого века было принято решение заводу в Краснодаре быть. Сейчас у компании более 200 патентов. Компрессорщики сосредотачивают свое внимание на решении главных задач по повышению эффективности производства, ускорению научно-технического прогресса, росту производительности труда, всемирному улучшению качества. В 1976 году будет выпущена продукция на 41 миллион рублей. Это почти на 14% больше плана прошедшего года. На завод принимают молодых специалистов. Здесь готовы обучать и помогать. Средний возраст сотрудников 35 лет. Главные задачи сегодня – повышение производительности труда и максимальная мобильность. Защищают от пожаров азотные станции не только шахты. Оборудование используют на морских добывающих платформах. Такие сложные заказчики в труднодоступных местах заставляют компанию искать и находить новые решения по быстрому производству и уникальным методам доставки. Продукция в рейтинге сотни лучших товаров в России. А Академия проблем качества отметила компанию за успехи в импортозамещении. Одно из важных решений и причина ее побед – идти по своему пути, разрабатывать, рисковать и пробовать то, что другие не станут. В 1967-м оборудование завода получило государственный знак качества Советского Союза. Через несколько лет предприятие отметило выпуск 10-тысячного компрессора. Намечены большие задачи по повышению производительности труда, экономии материалов и энергии, выпуску товаров народного потребления, механизмов и запчастей для сельского хозяйства. Тогда и сейчас продукция компрессорного завода не просто влияет на конкретную сферу, играет большую роль в масштабах всей страны. Избегать пожаров на шахтах – значит спасать жизни. Строить новые заправочные станции – значит вести всю страну к экономически положительным результатам. Каждый день молодые и взрослые, опытные и начинающие специалисты Краснодарского компрессорного завода строят настоящее и будущее нашей страны. Уважаемые коллеги! Сегодня на канале ТЭК ТВ второй эфир по теме компрессоростроения. Две недели назад мы собирали в прямом эфире трех генеральных директоров компрессорных заводов – Челябинского, Нижегородского и Санкт-Петербургского. Сегодня у нас в гостях коммерческий директор Краснодарского компрессорного завода Денис Копачук. Здравствуйте, уважаемая Елена Геннадьевна. Здравствуйте, уважаемые зрители, коллеги. Замечательно. Артем Самаркин представляет новую сервисную компанию. Здравствуйте, Артем Викторович, как меня слышите? Добрый день, Елена Геннадьевна, я очень хорошо слышу. Здравствуйте, уважаемые зрители. Спасибо, что пригласили. Добрый день. Замечательно. Эфир предлагаю построить следующим образом. Сначала мы ознакомимся с презентацией Краснодарского компрессорного завода, а потом приступим к вопросам. Денис Николаевич, пожалуйста, вам слово. Краснодарский компрессорный завод – это бренд, имеющий давнюю историю, богатый опыт, выпускающий широкую линейку компрессоров, а также станций на их основе. На сегодня территория завода находится в станице Динской Краснодарского края, включает в себя 11 тысяч квадратных метров производственных, складских и офисных помещений. Производственная база состоит из механообрабатывающего цеха, сварочного цеха, инструментальных цехов и участков, сборочных цехов, а также испытательного участка и покрасочных камер. Станочный парк предприятия был обновлен в 2017-2018 году. Цеха оснащены ЦПУ, другим современным оборудованием, насчитывающим более 80 единиц.
Численность персонала на сегодня 200 человек, среди которых все необходимые специалисты для производства, разработки техники, а также сервисного обслуживания поставленного оборудования. Для создания давления и газоразделения в каждом продукте завода работает сердце, компрессор, и даже этот главный орган постоянно улучшается. Это четырехрядный компрессор, которому около 10 лет, а это двухрядный компрессор, которому всего 3 года. Он стал легче и меньше по объему, но зато производительность осталась такой же. Патентом на эту конструкцию обладает Краснодарский компрессорный завод. Каждая новая модель – повод для гордости. На заводе не любят повторяться. О любой детали создатели рассказывают все до мелочей, потому что придумано и испытано лично. Поршни, которые стоят в этом компрессоре, они изготовлены из магниевого сплава. То есть это облегченный сплав для того, чтобы нам получать вот те габариты, которые нам нужны. А это очень важно, потому что у нас одно из требований к нашей продукции – это мобильность. Все потому, что вот такие азотно-модульные станции из Краснодарского края отправляются в самые разные точки страны. Их миссия – защитить угледобывающие предприятия от чрезвычайных ситуаций. Масштаб этой станции и уникальность в том, что такие станции стоят практически на всех горнодобывающих шахтах в нашей стране. Это и в Кузбассе, это и в Сибири, где добывается у нас уголь, везде такие станции стоят. Для того, чтобы избегать вот пожаров, для того, чтобы избегать взрывов метана. Принцип работы этой азотной станции, он такой же, как и на передвижных наших установках. То есть берется атмосферный воздух при помощи мембранных технологий, отделяется кислород от азота и остальных примесей. И на выходе у нас получается практически чистый азот. Производственная линейка нашего предприятия состоит из следующих основных направлений. Непосредственно стационарные компрессоры для сжатия всех типов газов, в том числе маслосмазываемые, либо без смазки цилиндров и сальников, на давление до 700 атмосфер и производительностью от 2 кубических метров в минуту. Второе направление – это блочно-модульные самоходные азотные воздушные компрессорные станции серии ТГА, мобильные источники инертного газа либо сжатого воздуха для практически всех мест. Третье направление – это станции для компримирования и утилизации природного газа и других газов, попутный нефтяной газ. И четвертое направление – это автомобильные газонаполнительные компрессорные станции ГНКС на основе собственных компрессоров. В данном направлении мы поставляем как компрессора отдельно для ГНКС, так и комплексно целой станции. Собственно, конструкторское бюро способно разработать инновационное оборудование под технические условия каждого конкретного заказчика, учитывая его уникальную задачу. На сегодня мы активно занимаемся разработкой новой техники и подходов в производстве. Произвели модификацию многих известных моделей, улучшили характеристики и снизили эксплуатационные затраты для заказчиков, в том числе расход топлива. Конструкторский отдел «Центр творческой мысли» на Краснодарском Здесь обобщаются последние достижения машиностроителей, рождаются новые творческие замыслы. Тут же на предприятии они внедряются в производство. Для этого в одном из цехов создан специальный экспериментальный участок. На испытательном стенде новый компрессор, рожденный творческой мыслью конструкторов, воплощенный в металле лучшими производственниками. Роль конструкторов все так же велика. Это они выбирают новые материалы, уменьшая габариты оборудования, проектируют компрессоры высокого давления для геологоразведки при добыче нефти и газа, работают над актуальными сегодня в России автомобильными газонаполнительными станциями. На данный момент мы также разрабатываем компрессорное оборудование для сжатия газов нашей нефтяной промышленности, химической промышленности, так как поставщики довольно-таки специфического оборудования сейчас попадают под санкции, и данная проблема очень актуальна. Мы сейчас поставили уже компрессора на нефтехимические производства для сжатия изобутилена, пропилена, диметиламина. В перспективе, я думаю, что все-таки будет необходимость создавать компрессоры и установки на более высокие давления, сжатия и, кроме того, в различном исполнении, в стационарном исполнении, в виде передвижных компрессорных станций.
Гиганты на рынке добычи нефти и газа берут оборудование в аренду. Его применяют для прессовки магистральных газопроводов и вытеснения нефти. Компания участвует и в освоении скважин. Во время подготовки передачи до эфира поступило много вопросов о предприятии. Мне хотелось бы некую историческую справку озвучить. Если в чем-то мы ошиблись, вы нас поправьте. Краснодарский край тесно связан с компрессорами. Все знают Краснодарский компрессорный завод, знакомый мне хорошо еще по Союзу производителей нефтегазового оборудования. Завод построили в послевоенное время, до начала 90-х он был ведущим предприятием Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР. Завод успешно прошел тяжелые 90-е годы, начало 2000-х, но в 2008 году его приобрела группа «Борец». Она планировала перекинуть производство в Краснодар со своего московского предприятия на Складочной улице, но попытка была неудачной. Группа сотрудников ушла с завода и создала новое производство в станице Динская Краснодарского края. То есть это новый завод, созданный практически с нуля. Артем Викторович, какие услуги оказывает новая сервисная компания предприятиям добывающей промышленности? Спасибо большое, Елена Геннадьевна. Ну, прежде всего, немного о нас. Новая сервисная компания является партнером и одним из заказчиков Краснодарского компрессорного завода. Мы располагаем 20 единицами собственной техники, азотными и воздушными компрессорными станциями, которые были произведены на Краснодарском компрессорном заводе. И оказываем услуги с персоналом различного направления деятельности. Сопровождаем весь спектр работ от добычи углеводородов до транспортировки, хранения и переработки нефти и газа. В частности, сопровождение бурения, освоение скважин, сопровождение колтюминговых операций, а также увеличение дебита скважин путем закачивания азота. Также азотом повышенной частоты 98-99% проводятся работы по азотированию и вытеснению нефти из магистральных нефтепроводов. Азотирование газопроводов либо при консервации, либо при запуске в эксплуатацию. Азот под давлением также используется для пневматических испытаний газопроводов. Ну и также азотные станции, помимо этого, используются в горнодобывающей промышленности, а именно для профилактики или ликвидации эндогенных пожаров, возникших при выбросе метана в шахтах. Вот какие услуги наиболее востребованы предприятиями топливно-энергетического комплекса? Осенью наиболее частыми работами и услугами являются работы по азотированию магистральных газопроводов перед зимой, а также повсеместно и круглогодично оказываем услуги, выполняем работы на нефтяных и газовых месторождениях, в основном поршневыми азотными компрессорными станциями, либо для увеличения дебита скважин, либо для выполнения разведочных работ на газовых и нефтяных месторождениях. Скажите, вот в связи с вашими зарубежными поставками, вы пользуетесь ли поддержкой российского экспортного центра? Мы с ними в контакте, мы с ними на связи. Какие-то проекты с их поддержкой реализуются, где есть в этом потребность, где сам экспортный центр с нами связывается, просит содействия именно технического. Тут в активной работе с ними. Скажите, а не было, вот у нас тоже недавно на эфире был заместитель руководителя Росстандарта, то есть не было ли проблем с сертификацией продукции, да, все-таки разные стандарты. Китай, я знаю, работает по американской, да, системе нефтяного института, то есть как вы эти вопросы решали? Здесь, конечно, бывали сложности. У нас в Южной Америке некоторые проекты были, где требовался американский API-сертификат. Помимо него были сложности с другими их местными сертификатами, так скажем, протекционистскими, которые навязаны североамериканскими компаниями, этим странам. Но этот вопрос мы решали. Мы делали карту отклонений, карту корректировок, потому что ГОСТ где-то за счет своих требований ГОСТ жестче, чем API, мы его превосходим по каким-то требованиям.
мы просто это расписали и, по сути, четко описали, что мы соответствуем API, не имея, конечно, сертификата, но его требования все выполняем. И реализовали этот проект, в принципе, успешно. Что касается, конечно, местных каких-то сложностей технических, такие как нестандартное напряжение в сетях, мы их тоже решаем, применяем особое оборудование, какие-то особые подходы, может быть, где-то нестандартные в части сварок, в части сборок этих установок. Но все это решается, просто учитываем местные требования, требования технической документации, технического задания. Все решаемо. Ясно. Следующий вопрос про сервисные службы завода. Ну, я не знаю, может быть, это вопрос к Артему Викторовичу, да, ближе. В каких городах сервисные службы завода находятся? Касательно сервисной службы завода, я думаю, более обширно ответит Денис Николаевич по отношению к сервисному службе завода. Я, в свою очередь, регионы присутствия могу немножечко рассказать о проектах, над которыми работает управление по аренде спецтехники нашей компании. На самом деле оказываем услуги по всей России и СНГ, от Крыма до Северного Кавказа до Крайнего Севера, естественно. И на данный момент, в это время, оказываются услуги в акватории Каспийского моря на платформах, в Московской области на линейных частях газопроводов, а также множество единиц станций в Красноярском крае на Ванкорском месторождении и газовом месторождении на полуострове Ямал. Что касается нашей сервисной службы по обслуживанию, ремонту компрессоров, мы готовы отправлять людей, отправляем их и на Ямал, и на различные платформы, благодаря, конечно, современной логистике, что самолеты, вертолеты, по сути, везде сейчас могут добраться, обслужить любую нашу единицу, поставленную на любую автономию. Где-то нам, конечно, помогает заказчик своей техникой, если там собственная дорога платная какая-то, либо собственный вертолетный парк, или имеются контракты, они доставляют наших людей уже там по автономии. Но также мы работаем с завода, сервисная служба территориально находится здесь имеет свою инструментальную, свой парк, объем запчастей определенный, и уже они вылетают с этим багажом и ремонтируют, либо обслуживают всю поставленную продукцию. Опять же, в любой точке мира, и за рубежом, и на территории СНГ, России, без разницы куда. Денис Ильич, если говорить вообще о рынке компрессоров, да, вот кто является конкурентом вашего предприятия, если говорить об иностранных компаниях, если говорить о российских компаниях вот на территории России, да? Конечно, в основном иностранные компании, но вопрос китайских, допустим. Это китайские все-таки компании, да? Да, китайские, но я бы не сказал, что сейчас они наш конкурент по двум причинам. Первое, это все-таки качество, которое пока не дотягивает. И второе, это ценообразование. Несмотря на то, что принято считать, что Китай он достаточно недорогой, с учетом курса доллара, который мы имеем последние там, 2 года, то наши цены все равно выгоднее. У нас полностью производство, полностью сырье. Мы покупаем в России за рубли и поставляем свою технику, опять же, в рублевом эквиваленте. Поэтому по ценообразованию мы переигрываем и более выгодны, чем китайские решения. Если говорить о других компаниях, как-то в наших сегментах мы особо не видим их. Больше здесь мы конкурируем по технологии, потому что есть технология выработки азота, газификация его, когда азот жидкий привозится на объекты с азотного завода. А наша же технология, наше решение, которое мы поставляем на рынок, это генерация азота на месторождении либо на объекте. И генерация его прямо из воздуха, мембранным путем. Поэтому здесь конкурируем скорее с технологией. То есть, и многие сейчас переходят на нашу технологию, потому что месторождения, объекты все дальше от инфраструктуры, дальше от этих больших стационарных заводов. И, по сути, приобретая нашу станцию, они приобретают небольшой азотный заводик, который прямо на объекте вырабатывает азот или сжатый воздух, полностью закрывая их потребности. А в чем особенности вашей технологии? Так вот, для, знаете, не специалистов, для чайников. Особенность технологии, что мы строим станцию на базе собственного компрессора. Там устанавливаются газоразделительные мембраны, которые за счет своей разницы проницательной способности атомов, молекул, разделяют поток сжатого воздуха на азот,
который идет потребителю с необходимой частотой, там 95, 97, 99% и выше, и отдельно обратно возвращает в атмосферу пермиат, смесь газов, обогащенную кислородом, то есть, которую мы изъяли из исходной смеси. И далее дожимается в последних ступенях нашего компрессора, в пятой, шестой ступени, подается под высоким давлением потребителю в скважину, в газопровод, в трубопровод для различных операций, которых очень большое количество, выполняется всего одной станции. Ясно. Так, давайте поговорим о ваших установках, которые на шасси. То есть какие автомобильные шасси вы используете? Используем, по сути, все, в основном грузовые вездеходные шасси. Также можно использовать какие-то трассовые, ну, смотря какие задачи у заказчика. Вот, на видео мы видели МАЗ. МЗКТ, МАЗ, КАМАЗ, Урал. То есть ситуация в Беларуси никак не повлияла на ваше производство? Тут от заказчика чаще всего идет потребность, желание, какое шасси он хочет. Чаще всего заказчик приходит и говорит, я хочу КАМАЗ, либо я хочу Урал. И здесь мы уже просто подбираем шасси, подходящее под станцию, и поставляем. Но чаще всего, конечно, это КАМАЗ. В 90% случаев это шасси КАМАЗ. По тем или иным причинам именно заказчики их хотят. Это, видимо, зарекомендовал себя. Ну, также Урал и импортные шасси. Мы применяли Ивеко, мы применяли Сканию под определенные проекты, но гораздо реже. То есть это буквально несколько раз в год на импортных шасси. Скажите, а если говорить о комплектующих, вот какая доля составляет импортные, какие отечественные? В наших станциях в целом? Да. В станциях почти 100% отечественные комплектующие. То есть здесь для себя при комплектовании станции вопрос импортозамещения мы уже давно решили. И сейчас поставляем станции из отечественных комплектующих. Конечно, если нет особых требований в техническом задании о том, что поставьте что-нибудь из США или из Европы, то практически 100% это российские. А такие требования бывают, да? Что... Бывают. Техзадания бывают очень обширные и очень специфические. Тоже их решаем, ставим. Куда деваться, даже не учитывая текущую ситуацию с границами, вообще с мировой конъюнктурой приходится. Хотя можно, конечно, зачастую это решить российскими производителями, но в техзадании написано, значит, надо реализовывать. Ну, знаете, вот такие разнообразные техзадания, они требуют же и соответствующего конструкторского бюро, да, у вас, чтобы вы могли разрабатывать, да, техническую документацию. Вот немножко расскажите о, так сказать, инженерных, да, ваших кадрах и так далее. Да, там на ролике была информация, но хотелось бы подробнее, да. И, в принципе, с какими НИИ вы работаете, да, вот эту сторону немножко. Мы сотрудничаем с различными университетами, с профильными кафедрами, с профессорами, имеем собственный конструкторский отдел, достаточно большой отдел и успешно работающие, беремся за абсолютно разные задачи. И если раньше проектирование это было все на бумаге, кульманы, то сегодня у нас полностью современное оснащение, 3D-моделирование, расчеты прочности, моделирование в натуре каких-то элементов компрессорной станции, перспективных элементов, которые мы тестируем до внедрения в производство. Полный цикл разработки, начиная вот от материалов, заканчивая уже эксплуатационными моментами в 3D-моделях, как это будет удобно эксплуатировать, либо здесь нужно подкорректировать какие-то моменты. Это все учитываем. А все-таки кадры, знаете, вот есть мнение, что вот все-таки конструкторские кадры, они, знаете, вот еще с советских времен, да, остались, вот, а молодое поколение, ну, как-то не выращено, да, вот этот провал 90-е годы, вот, к сожалению, да, когда было неперспективно, да, идти в машиностроение, он как бы сказался, и, собственно говоря, молодежи нет, да, в этом. Вот действительно это так или нет? В нашем случае это не совсем так. У нас и молодые кадры, и растут здесь кадры тоже, кто приходят практикантами, остаются у нас, развиваются, учатся тематике, становятся специалистами, профессионалами. Это как на сегодняшний день так и 10 лет назад уже сегодня действующие
специалисты высокого уровня. В стенах завода растут, развиваются, что-то новое внедряют, что-то старое улучшают. Это постоянный цикл, и у нас и молодых кадров много. Такой вопрос. Откуда предприятие получает литье? Предприятие имеет собственные оснастки, собственных литейщиков. Получать литье – это уже вопрос технический. Мы пользуемся услугами партнеров различных, в том числе и оборонного комплекса, которые делают для нас отливки. Мы их уже здесь на заводе принимаем, ОТК их принимает, входной контроль, проводим механообработку. То есть это, на, скажем так, на аутсорсинге, потому что литье имеет специфику определенную, которую можно делать и в сторонних компаниях, четко специализирующихся на этом. Скажите, а вот как вы можете охарактеризовать свое производство? Вы полностью сколько закрываете вот комплектующих? Сколько вы сами производите и сколько вы покупаете на стороне? То есть есть же заводы еще с советских времен, которые полностью, да, вот, имеют свое литье и так далее, да, вот несколько цехов и все, вот, закрывают все производство полностью. Вот насколько вы в этом плане? В процентном соотношении 70% своего, если говорить о покупном, это в основном автоматика, это покупные элементы, какая-то арматура, но что касается механизмов движения, конструкторской части, конструкционной части станции, самого компрессора, это все свое. То есть все цилиндры, все гильзы, все коленвалы, штоки компрессора, все это мы делаем сами. Ясно. Вы работаете для шельфовых проектов? Да, успешно, давно. И так, смотря по сторонам, мы понимаем, что, по сути, мы одни с этим компрессорным оборудованием достигли успехов на шельфовых проектах. В основном наши проекты, по сути, из российских производителей. Только наши компрессоры работают на платформах, на различных геологоразведочных судах. Видимо, благодаря нашему опыту разработки компрессоров для морских проектов, которые учитывают не только коррозию, там, морской климат, но и различные условия качки судов, опять же, этих буровых либо геологоразведочных, работаем, по сути, во всех морях, окружающих нашу страну, и в Каспийском море, и в Черном море наша техника есть, и на севере, и в Охотском море различные проекты реализованы заказчиками при помощи нашей техники. И это и азотные станции, и пневмоисточники, и воздушные компрессоры, и компрессоры для утилизации газа, сжатия его. Так, давайте вернемся к Артему Викторовичу и спросим, да, про новую сервисную компанию, то есть где работает, да, география работ новой сервисной компании, в каких регионах, в каких климатических условиях. Спасибо. Ну, повторюсь, как вот я ранее отметил, география деятельности максимально обширна, от юга до крайнего севера. Поскольку станции исполнены в климатических условиях, подходящих для работы для условий крайнего севера, имеем возможность, да, разрабатывать самые удаленные месторождения нашей страны. Полуостров Ямал, Обская губа, естественно, месторождение вокруг Нового Уренгоя, Ханты-Мансийского автономного округа. Ну, также производим работы и на юге. То есть нитки газопроводов, которые тянутся с севера на юг, производим работу и там. Сейчас участились работы в Крыму. Во многом поспособствовало строительство моста, потому что мобилизация техники намного упростилась. Ранее переправлялись на пароме, сейчас можем спокойно на своих больших грузах переезжать по мосту. Такой вопрос к Денису Николаевичу. Госгортехнадзор в начале 90-х годов в целях безопасности запретил использовать воздух при бурении скважин, и тогда завод начал экстренно переориентироваться на использование азотной смеси с малым содержанием кислорода. Тогда же был привлечен подмосковный криогенмаш. Как сейчас у завода выстраиваются отношения с Ростехнадзором? Отлично выстраиваются отношения. Каких-то вопросов нам с их стороны не было. Но и у заказчиков у наших тоже, благодаря нашей технике, отлично выстраиваются отношения, потому что содержание азота достаточно для выполнения всех работ, зачастую превосходит требования базовые на том или ином
объекте, ведь на нефтяных месторождениях чаще всего это от 90% концентрация, на газовых 95%, газоконденсатные это 98%, а какие-то газоперерабатывающие заводы 99% и выше. И все это мы на своей технике достигаем, предоставляем заказчику, и всегда все инспекции, все супервайзеры согласовывают применение, согласовывают работы, выполняемые с этой техникой. Зачастую просто даже должна как минимум быть наша одна азотка на одном объекте, чтобы пожары и взрывобезопасность обеспечивать. Просто само ее наличие, даже если еще работы не начались, потому что может быть инцидент, если ее не будет. И последний вопрос, который мне хотелось бы задать, это, конечно, все мы понимаем, что сейчас непростое время, да, и оно связано даже не с тем, что снижение цен, да, на энергоресурсы, но и снижение спроса, да, существенное. Вот. Это какие меры господдержки необходимы предприятию? Может быть, вы уже получаете ее? По мерам господдержки мы сотрудничаем с министерством, различные поддержки по участию в выставкам, по каким-либо проектам нам оказываются от Министерства промышленности и торговли. Но в первую очередь, конечно, самая главная поддержка – это большое количество заказов. Это в первую очередь. И здесь уже государство, я думаю, должно больше взаимодействовать с заказчиками. Опять же, как вот в предыдущих трансляциях говорили, касательно импортозамещения где-то по защите отечественных производителей. Такие меры бы существенно помогли и улучшили то развитие отрасли, которым мы сейчас занимаемся. Спасибо большое, Денис Николаевич. Спасибо большое, Артем Викторович, за то, что вы пришли к нам на эфир, за презентации, за ответы на вопросы. Коллеги, мы завершаем наш прямой эфир. Мы с вами прощаемся. До свидания, до новых встреч. Будьте здоровы!